Доброго времени суток, уважаемые гости, подписчики канала «Эпическая мастерия». На обзоре очередное приобретение. Это коллекционная фигурка по телесериалу «Игра престолов». И в этот раз у меня приобретена фигурка Яры Грейджой. Железнорожденная. Открываем. Этот пакетик целлофановый. И со всем этим познакомимся. Вот сама тут Яра. И журнальчик. Номер журнальчика 49-й. Фотография. Железнорожденный Яра Грейджой. И смотрим сам выпуск. Фигурочка. Высота ее 86 мм. Как всегда, указаны некоторые особенности по этой фигурке. Кадры из фильма. Вот замок этой принцессы. Семейный совет. Если память не изменяет, по-моему, здесь пытаются его королем сделать. Уже не помню эту серию. Здесь дядю делают королем. Они как раз бегают. Вот уже Тион вонючкой стал. Так, это вот особенности костюма Яры. Тоже молодцы костюмеры. Проработали все детали. Это вот смерть отца Яры. И когда этот вот крутышка типа стал королем. Пришли просить помощи у Дейенерис, то есть вступить в ряды в ее армии. Это вот он захватил корабли и несет подарок Серсеи. В смысле, несет, а ведет. Так, и анонс 50-го номера. В этом выпуске идет фигурка Дарнийского стражника дома Мартеллов. Так, ну что ж, смотрим фигурочку этой девочки, которая может так по ушам мальчикам надавать, что мало не покажется. Страх всего два скотча, обычно по всему кругу. Ой, уже и вывалиться хочет отсюда. Давай, не упади, не разбейся. Так, ну что ж сказать. Ну, вот такая вот фигурка Яры. Ну, по лицу. Да вроде как похоже. Похоже. Ну, конечно, одежда у нее огонь. Хорошо выполнено так. Доспехи, меч такой. Отлично. Претензий нету. Придраться, можно сказать, не к чему. Потому что, считай, все однотонно идет. Не, здоровская фигурка. Никакого знака здесь нету, кстати говоря, на подставке. Только вот здесь. Герб. Железнорожденный спрут. А здесь почему-то нет. Обычно всегда здесь изображают герб на подставке. Что, брак? Или просто забыли?
Но в целом все хорошо. Можно даже не обращать внимания на этот герб, который здесь нету. Фигурка меня радует. Пойдет на подставочку. Впереди еще приобретение в дальнейшем фигурок по телесериалу «Игра престолов». Ну, а у меня на это все. Спасибо за внимание. Добра вам и процветания.